Отлично. 6 вопросов. Заметьте, чем отличалась стратегия, которая была сейчас использована, от предыдущей. Сейчас резко разбивали пополам область, с которой имели дело. То есть сначала был первый могучий удар. Это больше 50. Все числа были разбиты на две равные кучки. От 1 до 50 и от 51 до 100. Это был замечательный вопрос. Следующий вопрос, на самом деле, был хуже. Потому что спросили про число 70. Разбили числа, не вот там было 50 чисел, не на две кучки по 25, а на 20 и 30. Но, если честно, это все равно. Сейчас мы с вами изучаем простую вещь. Как связана двоичная система счисления с вот этой игрой угадывания? Можно было в эту игру играть даже не так, как нам сейчас показали, а играть одновременно с несколькими загадавшими числами. Да.